Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша, и я носитель русского языка. Сегодня мы поговорим о падежах. Зачем их использовать и как они формируются? Я решила сделать для каждого падежа отдельное видео, чтобы вам было проще изучать русский язык. Ну что, начнем? В русском языке 6 падежей. Вы спросите: Маша, а что такое падеж? Я объясню вам самыми простыми словами. Падеж – это форма слова. У слов может быть несколько форм. Например, возьмем самое простое русское слово «кот» и попробуем посмотреть на его формы. Например, у меня есть кот. У тебя нет кота. Я все время думаю о своем коте. Я куплю еды коту. Какая разница между всеми этими словами? Правильно, у них разное окончание. Но корень «кот» одинаковый. Это и есть формы слова «кот». Закрепим. Форма – это варианты одного и того же слова. А с помощью падежей мы можем получить эти формы. Но сразу запомните исключение. Иногда у слова не бывает форм. И такие слова нужно просто запомнить. Например, слово «кино». Это слово не имеет каких-либо форм. И оно называется неизменяемое. Неизменяемое. Итак, теперь, когда мы знаем, что с помощью падежей мы можем получить форму слова, мы переходим к именительному падежу. Именительный падеж. Именительный падеж. Это самый простой падеж в русском языке. И он отвечает на вопросы «кто» или «что». Например, «кто» – кот, «кто» – человек, «что» – дом, «что» – стул. Мы видим, что эти слова никак не изменены. То есть, есть слово «дом», и в именительном падеже это «дом». Слово никак не изменено, нет дополнительных окончаний или чего-то еще. В именительном падеже слово в своей начальной форме. Дом. Стоит дом. Стоит что? Дом. На диване лежит кто? Кот. Мы знаем, что кот – это живое существо, одушевленное. Одушевленное. Он живет
мы знаем, что наш кот живой, а вот дом – это неодушевленное существительное. Дом – это предмет, объект. Он не живет, он не живой, не дышит и так далее. Когда существительное одушевленное, как кот, мы задаем вопрос: кто? Кто там идет? Девушка. А кто здесь стоит? Да это же кот. Но для неодушевленных существительных, как дом, мы задаем вопрос: что? А что здесь стоит? Так это же дом. А что здесь лежит? Это моя сумка. Мы знаем, что в английском языке обычно животных называют it. Но в русском языке это всегда одушевленные существительные. Мы называем их по соответствию роду. То есть кот, он, мой кот, кошка, она, кошка, моя кошка. И мы всегда в любых предложениях говорим о них как об одушевленных существительных. Итак, именительный падеж – это начальная форма слова и отвечает на вопросы «кто» или «что». Сейчас я покажу вам предложение, и ваша задача – найти существительное и задать правильный вопрос «кто» или «что». Начнем. В комнате стоит стол. В комнате стоит стол. Какое слово в именительном падеже? Я подожду. Конечно, слово «стол». Это слово никак не изменено и отвечает на вопрос. Какой вопрос? Кто или что? Стол – это неодушевленный предмет. Значит, вопрос «что?». В комнате стоит «что?». Стол. Слово «стол» в именительном падеже и является неодушевленным предметом. Следующий пример. Белка прыгнула на ветку. Какое слово в именительном падеже? Слово «ветку» уже изменено. Мы видим «у». Начальная форма «ветка», а здесь «ветку». Значит, оно не в именительном падеже. А слово «белка», «белка», она... Алло? Да-да, здрасте. Маша. Итак, слово «белка» – это животное в именительном падеже. Если существительное одушевленное, мы задаем вопрос
кто? Кто? Белка. Кто прыгнул на ветку? Это была белка. Итак, закрепим. Падежи помогают получить форму слова. У слова может быть несколько форм. И с помощью падежей мы их формируем. Но в именительном падеже нет окончаний. Это самый простой падеж, который просто отвечает на вопрос «кто» или «что». Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите любые ваши комментарии. Все они мне очень интересны. Я желаю вам удачи в изучении русского языка и всего самого наилучшего. Хорошей вам недели, спасибо и до свидания.